Песенка Высоцкого называется «Про семейные дела в Древнем Риме». Аккорды Высоцкого. Как-то вечером патриции собрались у Капитолия новостями поделиться и выпить малость алкоголия. Не вести ж бесед тверезыми, Марк Патриций не мытарился, пил нектар большими дозами и ужасно нектарился. И по древней под колонною он исторг из уст проклятия. Ох, с почтенною матреною разойдусь я скоро, братья. Она спуталась с поэтами, помешалась на театрах, так и шастает с билетами. На приезжих гладиаторов я кричит от бескультурья. Скоро стану истеричкою, в общем злобствует как фурия. Поощряемой сестричкою только цыкают и шикают. Ох, налить снова мне двойных, мне ж рабы в лицо хихикают. На войну бы мне, да нет войны, я нарушу все традиции, мне не справиться с обеими. Опускаюсь я, патриций, дую горькою с плебеями. Я ей дом оставлю в Персии, пусть берет сестру Мегерочку. Она отцовские сестерцы, я заведу себе гетерочку. У гетер хотя все явственней, но они не обезумели. У гетеры пусть безнравственней, зато родственнички умерли. Там сумею исцелиться я, из-за пояс скоро выйду я. И пошли домой патриции, Марку пьяному завидуя.